Добровольцы акции «Вода России» вышли на берег реки Бельбек недалеко от села Верхнесадового, чтобы убрать пластиковые бутылки, пакеты и обертки от продуктов, беспечно брошенные отдыхающими или случайными прохожими. Мусора много, а желающих его убирать раз-два и обчелся. Сегодня мы проводим всероссийскую акцию «Вода России». Она проводится в рамках национального проекта «Экология». И, собственно, это мероприятие помогает нам очистить берега от бытового мусора. Акция проходит в регионах России с 2014 года. Севастополь присоединился к инициативе в 2015. Организатор в нашем городе – Главное управление природных ресурсов и экологии. И за все эти годы прошло уже около 30 мероприятий подобных. Вывезено очень много мусора. Но радует, что с каждым годом и участников становится все больше, и мусора становится все меньше. Потому что все-таки отдыхающие уже бережнее относятся к нашей окружающей среде и не оставляют после себя мусор. Тем не менее, несколько мешков мусора волонтеры собрали вдоль реки на участке протяженностью всего около 100 метров. Уже порядка 4 мешков, и дальше вот продолжаем. Берег вообще красивейший, водичка, речка бежит, и, конечно, то, что бросают мусор, вообще непонятно, чем люди думают. Вадим Спикин уверен, делать мир вокруг себя лучше и чище совсем не сложно. Я коренной житель Севастополя. Все время стараюсь, когда вот узнаю, что проходят подобного рода мероприятия, акции, по возможности стараюсь принимать в них участие, потому что это наш город, наша природа для наших детей. И отдыхать, кажется, в грязи не всем хочется. На территории Севастополя протекают три основные реки. Черная с притоками протяженностью 35 километров. Части рек Кача 5 километров и Бельбек 17 километров. Волонтеры периодически очищают от мусора не только берега рек, но и акваторию Черного моря. Конечно, уборка мусора вдоль водоемов – это задача не столько волонтеров, сколько и городской власти. Однако, чтобы поддерживать чистоту и порядок, рук не хватает. И поэтому мы привлекаем волонтеров для того, чтобы прививать культуру поведения и, конечно же, нам в помощь. Потому что очень много людей приходит вместе с детьми. И мы настаиваем на том, чтобы детям с самого раннего возраста прививать культуру посещения природных мест. Чтобы, если ты пришел куда-нибудь отдыхать, неважно, лес, речка, просто какая-то полянка, важно за собой все убрать. Севприроднадзор приглашает поддержать полезную инициативу. Присоединиться к акции «Вода России» могут все желающие. В ближайшие выходные волонтеры наведут порядок вдоль берега реки Черной. Екатерина Коломеец, Юрий Реутин, Севинформбюро.